Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфру, и сегодня я расскажу, как из простых продуктов приготовить вкусные блюда. Арахис с чесноком. Для приготовления этого блюда возьмите 500 грамм арахиса, 2 раздавленных дольки чеснока, 1 чайную ложку соли, 5-8 столовых ложек растительного масла. Арахис, раздавленные дольки чеснока, чайную ложку соли положить в одну посуду, залить сверху кипящей водой, чтобы орехи оказались в воде, оставить на 30 минут сыть воду. Растительное масло разогреть на сковороде, поджарить, помешивая орехи 5-6 минут, остудить, разложить вазочки. Мясной салат. Перед вами мясной салат, и сейчас расскажу о том, как его приготовить. Возьмите 500 грамм вареного мяса, свинины, говядины или цыпленок, одну луковицу, несколько листиков базилика, 4 корнишона, 2 дольки чеснока, 2 столовых ложки уксуса яблочного, 4 столовых ложки растительного масла, 1 чайную ложку неострой горчицы, 1 столовую ложку нарезанной петрушки, сой, перец, каперсы. Мясо порезать тонкими полосками, луковицу очистить, разрезать пополам. Несколько листиков базилика помыть, обсушить, порезать с луком полосками. 4 корнишона нарезать кусочками, ломтиками. 2 дольки чеснока очистить, мелко порезать. Теперь будем готовить соус. Яблочный уксус перемешать с 4 столовыми ложками растительного масла. 1 чайной ложкой неострой горчицы. Добавьте петрушку, сой, перец по вкусу, перемешать с салатом, оставить пропитаться примерно на 1 час. В конце по желанию добавить каперсы. Рекомендуется это блюдо подавать со светлым зернистым хлебом. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфру. До свидания, до новых встреч!